Всем привет! Вы на канале Пюмс, с вами Петр, и сегодня мы распаковываем игру Киклады. Игру у нас локализовала Crowd Games. Это второй тираж игры, который ко мне недавно приехал. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Если кто-то играл в первый тираж и увидел какие-то отличия, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно. Детьми пупырка. Запаковано на сервис. В целом игра считается языконезависимыми, по факту переведены, скорее всего, только правила, все остальное на тираж, который произошел в Китае. Вот так с другой стороны расписано. От 2 до 5 игроков 60-90 минут и от 14 лет 95 фигурок. Мы отправляемся на Кикладский архипелаг в Золотой век Древней Греции. И здесь боремся за господство. Так называемая игра жанра Aerial Control, контроль территории. Нужно будет захватывать территорию и получать за это победные очки. Классная коробка сделана, гофрированная. Не знаю, на видео видно, не видно, что она немножко переливается. Так, так. Интересно, приложение. Игровой раунд. Подсказка. Небольшие правила. Буквально. С примерами. Стартовый расклад от до 5. И для 4 игроков. Для 3 и для 2 отличается. Всего 8 страниц. Так, смотрим поле. Это поле с богами. Если так часть, а здесь боги. Жетоны со зданиями определенными. Выдавливается все легко. Также слегка гофрированный картон. Так, посмотрим, что у нас еще тут есть. Монеты. С богами как раз жетоны. Тут можно выставлять. То есть наборно. Выбирая, какие будут в том или ином раунде, как я понимаю, боги. То есть у нас есть Зевс, Посейдон, Арес и Анфема, получается. Монет куча, внутренняя валюта. У каждого есть свой, с подсказкой, своя ширма. С другой стороны, на что и как можно поменять, и как выглядит, как я понимаю, подготовки и раунды. Все с видами
условной Древней Греции. Так, теперь поле. Поле сборной из нескольких частей максимально получается. Ну, вот так. И с другой стороны будет маленькое вот такое поле. Есть также два кубика. Такие симпатичные, черные, с перламутром. Набор карт, сейчас посмотрим. Ну, карты. Разных, как я понимаю, богов. С другой стороны, вот так. Ну, карты тонкие, надо сразу в протекторе. Ну и пакет с миниатюрами, куда же без него. Раньше думал, что они должны быть больше, на самом деле миниатюры-то маленькие. Основные тут корабли. Там с другой стороны сейчас посмотрим с расписанием. Большие, ну, 5 больших фигурок и куча таких маленьких. Такие постройки. В целом проработано нормально. Внешне казалось, что они должны быть больше. Я думаю, что по-другому они на поле-то не поместятся. И чуть побольше. Здесь уже вот такие. Кракен, пожирающий корабль. Так, как понимаю, медуза Горгона. И Минотавр. Внутри коробка вот так оформлена. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока.